Здравствуйте, дорогие родители! Вот наш цикл концертов для самых маленьких подходит к концу. И 22 марта у нас заключительная программа «Три поросенка и». У нас два концерта. В 11 концерт уже абсолютно полный, но в 13:00 еще имеются свободные места. Поэтому мы вас очень сердечно приглашаем к нам в гости в концертный зал «Спитер». «Три поросенка и» — это будут веселые вариации на тему всем нам известной сказки о артистах, которые будут участвовать в этой программе. Ну, сначала, если «Три поросенка», то это трио виолончелистов «Мело М». В роли волка наш популярный певец джазовой музыки Дауман Скалминш, а коза – оперная солистка Сонора Вайца. А также на концерте будут танцевать солисты балетной студии «Гранде». Итак, до встречи 22 марта в 13:00, концертный зал «Спитер». До встречи!